С начала эпидемии на территории Мирнинского района зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции. В том числе за последние сутки у нас зарегистрировано 26 новых случаев инфекционного заболевания. Кроме этого, за последние сутки у нас зарегистрировано 40 случаев острых респираторных вирусных инфекций, а также 2 случая внебольничной пневмонии. В стационарах у нас находится 55 пациентов, из них 29 пациентов находятся в инфекционном стационаре, 26 пациентов находятся в провизорном. Это уже подтвержденный факт, что у нас коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому соблюдение масочного режима, соблюдение дистанции позволяет предупредить распространение инфекции, передачи ее от человека к человеку. Поэтому обращаюсь к гражданам. Вот эти данные, простые меры предосторожности, ношение маски каждый раз при выходе из дома, в общественном транспорте, в общественных местах, на работе, частое мытье рук, обработка рук, поможет всем нам предупредить распространение инфекционного заболевания на территории Мирнинского района и города Мирный. Хотелось бы отметить, что указом главы республики Саха-Якутия введен масочный режим на всей территории республики. Из-за несоблюдения масочного режима у нас предусмотрена административная ответственность.